В преддверии нового купального сезона ведется активная работа по подготовке пляжей. Это и очистка дна водоемов, и организация зон купания, и установка информационных стендов. Особое внимание – оборудование спасательного поста и обучение спасателей. Олеся Александрова бросает норматив на 25 метров. То есть спасатель должен метнуть этот конец на 25 метров. С этой целью на центральном городском пляже ульяновские спасатели провели выездное практическое занятие по программе «Матрос-спасатель». На каждом пляже, где есть масса лодок, организуется спасательный пост. Сейчас я доведу примерное оснащение спасательного поста. Это на длину 50 метров, приблизительно 2-3 спасательных, одна гребная лодка или моторная лодка. Укладка первой медицинской помощи. Два спасательных круга, значит, два конца Александрова, спасательный жилет по количеству спасателей, громко говорите. Сотрудники городской поисково-спасательной службы наглядно продемонстрировали способы оказания первой помощи с применением спасательных средств и дали возможность будущим коллегам самим бросить спасательный круг. Обратили внимание и на необходимость разъяснительной работы, которую необходимо проводить среди взрослых и детей. После сдачи экзаменов ученики получат удостоверение спасателя и будут иметь право дежурить на водоемах города и области. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.